Ассаламу алейкум, барша Қазспорт арнасының көрермендері, барша футбол сүйер жанкүйерлер, барша волейбол сүйер көрермендер. Қазспорт арнасының эфирінде волейболдан ерлер арасындағы ұлттар лигасы, ұлттық лига, командалар арасындағы бәсеке, біз дәл қазір сіздермен бірге Жайық және Тараз командалар арасындағы ойын тамашалаймыз. Бірінші ұпайды Жайық команда салып отыр міне. 1-0. Ойынның басында сәтсіздік. Міне осылайша бұл кезеңде қадірменді көрінімен міне Тараз командасының пайдасына аяқталып отыр. 25 ұпай алды. Ендеше 18-25 есеп 1-0. Бірінші кезең жеңімпаз Тараз. Енді қазір екінші кезеңде дәл осылай ойнайтын болса Жайық, онда ойындар қарай шиеленістіруге мүмкіндік бар. Да, конечно, стоит сейчас Прокофьеву и компании включиться по максимуму и сразу начать с уверенной игры. Ой, Радюк, как так играть-то, если такие комбинации залетают? Устинов попытается то же самое сделать. Риводин, эйс. Молодец, Устинов. Игроки, которые выступали вместе на азиатских играх, на чемпионате Азии. Только на азиатских играх у Устинова была травма, и там, по-моему, сыграл даже один матч, даже партию, да? Ну, а Варивонин, Кунченко и Мищенко были основными у нас. Стриховский. Тройной блок Варивонина закрыли. Акимов завершает эту партию со счетом 25-8. Вот так, 18, да? 25-18. Очень легко выигрывает партию свою Тарас. Ну и в первой партии такой же счет у нас фиксирован. 2-0. Тарас уверенно ведет к победе.
подача связующий. Вольчук. И вновь, видите, не получается забить свой момент. Устинов не прощает. 1-0 с брейкового мяча начинают игроки в белой форме и Ири Жамбуки. Вновь Владимир Ковальчук. Один. Ой, Букин, молодец. Сейчас может даже матчбол набрать команда Тарас. И Радюк набирает матч. Доходит до матчбола Радюк. Доползли. Ну, ситуация вокруг 20-22. Кто смотрит с начала этой встречи, эту игру, тот и поймет. Матчбол. Адирхан Кадырханов ставит жирную точку в сегодняшней встрече, уважаемые телезрители. 23-22. С таким счетом Жайык выигрывал у команды Тарас, однако три мяча подряд смогли выиграть волейболисты Жамбыла. И в итоге одерживают победу со счетом 3-0. 25-18. 25-18, 25-23. Уважаемые телезрители, таким образом у нас завершенный второй матч.